Хэллоуин – праздник, во время которого очень хочется приготовить что-то оригинальное. Именно поэтому расскажу, как приготовить шоколадный брауни с привидениями, насыщенный и вкусный брауни. Идеальным вариантом шоколадного десерта на праздничный стол является насыщенный шоколадный брауни, невероятно ароматный, нежный и вкусный десерт, который придется по вкусу каждому. Более того, с помощью обычного безе вы сможете украсить брауни в виде привидений, особенно если вы готовите десерт на Хэллоуин. Если во время приготовления вам необходимо немного времени перед подачей, можете прикрыть десерт пищевой пленкой, чтобы он не пересыхал. 1. Приготовьте тесто, сливочное масло и шоколад покрошите и на небольшом огне растопите. Добавьте к ним весь сахар и хорошо перемешайте. 2. Дайте массе остыть и добавьте 3 яйца и ванилин. Хорошо взбейте тесто миксером. Затем снова добавьте 2 яйца и взбейте. 3. Муку просейте с какао и солью и добавьте в шоколадную часть теста. Хорошо перемешайте с помощью лопатки. Вылейте тесто в застеленную пергаментной бумагой форму и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. 4. Остудите десерт. Приготовьте безе, 3 белка взбейте с лимонной кислотой и 200 граммов сахарной пудры, постепенно добавляя пудру и увеличивая скорость взбивания. 5. С помощью кондитерского мешка высадите на застеленной пергаментной бумагой противень безе в форме привидений. Отправьте в разогретую до 100 градусов духовку на 1 час. 6. С помощью растопленного шоколада и зубочисток нарисуйте глаза и рот привидениям. Прикрепите их на брауни с помощью сливочного масла. Приятного аппетита!